Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Добрый день. Что? Давайте я вам скажу одну вещь, которая давно меня волнует. В моей жизни сетевой были времена, когда я попадал на большие мероприятия, где выступали очень богатые и успешные люди. Мне рассказывали о том, как они занимаются сетевым бизнесом в той или иной компании, и какие невиданные, невероятные деньги они получают, и как они здорово процветают, какой образ жизни они ведут, какой у них стиль жизни, какие машины, какие дома. Они показывают фотографии, видео, слайды для того, чтобы передать свое возбуждение и веру, и желание точно так же преуспевать сидящим в зале дистрибьюторов. И часто я видел людей, которые по долгу службы, по работе обслуживали это мероприятие. Официанты, работники залов там, и так далее, и так далее. Рабочие разнообразные, технические работники, персонал, который обслуживает с компьютерами, там, с освещением, с музыкой, с микрофонами и прочим. И я думал, были даже такие семинары, когда эти люди, обслуживающий персонал, варились в этой каше, варились вот в этой атмосфере и получали полную информацию в течение одного, двух, а даже трех и более дней. То есть по воле случая они оказывались в гуще информации, где рассказывалось, объяснялось, показывалось и доказывалось, что сетевой бизнес, и в частности вот эта компания, это очень выгодное дело. И что люди, которые добиваются там успеха, точно такие же, как они. Кто-то был официантом, кто-то был бухгалтером и так далее. И вот я думал, вот наверняка они воспользуются этим шансом. Да. Девушка кофе принесла мне. И наверняка они, наверное, захотят вступить в бизнес. Вот им повезло, вот счастливые люди. Большинство ведь не знает. Большинство людей надо затащить на презентацию или каким-то образом довести до них этот материал. А это самое сложное в сетевом бизнесе. Да и везде, во всяком деле. А они вот по работе оказались здесь и все поняли. И у меня были жесточайшие такие разочарования, связанные с тем, что эти люди не только не... Большинство из них, абсолютное большинство, не реагировали на выпавший на их долю шанс. Не только не захачивали начать, они просто игнорировали вообще. Более того, они, я слышал, отзывались негативно о том, что вот собрались идиоты и занимаются всякой фигней, рассказывают, тут лапшу на уши развешивают. Меня это поражало. Мне это было непонятно. Я удивлялся, как это так. А потом я понял постепенно, что человеку, которому суждено преуспеть в нашей индустрии, в нашей компании, нужно оказаться в нужное время, в нужном месте. Нужно, чтобы Бог его избрал и дал ему желание заняться этим. Чтобы у него в голове что-то вспыхнуло, какая-то надежда, какая-то искра, какая-то вера, какие-то мысли, желания, чтобы он связал то, о чем ему рассказывают, со своей судьбой, чтобы он увидел себя в этом деле. И отсюда простая и ясная мысль вытекает. Мы обращаемся к своим друзьям, к своим знакомым, что их тоже, как, знаете, как говорят, торкнет, как и нас, от мысли, что, ё-моё, это же надо же, такой бизнес, это же классный такой продукт, я им сам пользуюсь, рассказываю друзьям, они начинают пользоваться, рассказывают друзьям, у меня строится организация, со всей организацией мне платят всю жизнь нарастающий процент. И у каждого же есть друзья, понемножку. Так можно построить миллион людей с
структуру. Вот когда вот эта мысль пробьет человека, и он увяжет это все со своей жизнью, с будущей, с будущим своим, и он хватается за этот шанс. И вот мы это несем своим друзьям, а их не торкает, их не зацепляет, их время не наступило. Не потому, что мы плохо говорим, или не потому, что они нас не любят, или не потому, что мы новички и мало зарабатываем. Нет. Чаще всего этим людям не судьба. Их время не наступило. Ну почему вот люди, которые сегодня в моей команде преуспевают, многие, им потребовалось не один, и не два, и не три, и не пять, и не десять раз им сказать об этом, чтобы их пробило, чтобы дошло, чтобы наступило их время, чтобы пришло, они попали в такое состояние, когда их сознание откликается на это предложение. Отсюда простой и ясный вывод. С первого раза не все. Для многих требуется время. Для многих требуется, может быть, другие обстоятельства. Я вот еще думал такую вещь. Ну я-то крутой, я сейчас как достану свой чек, да покажу, как я живу, да как я вот расскажу, все захотят. Ничего подобного. Абсолютно ничего подобного. Тому, кому суждено, он реагирует и на успешного, и на новичка. Тому, кто не готов, кто еще не созрел, кому сейчас не до того, ему все равно, хоть ты только начал, хоть ты уже миллионер. Твой пример его не заражает, время не пришло, Бог не поставил метку у него на лбу, образно говоря. Он его не определил сюда, в эту компанию преуспевать. Он пока еще барахтается, ему еще нужно пройти свой путь. Это сложный момент, как бы, если углубляться в это, то тогда лучше не работать. Наше дело простое. Рассказываешь всем и никого из виду не теряешь. Рассказываешь всем и никого из виду не теряешь. И пребываешь в осознанности, понимая, что не все сейчас готовы. Поэтому вы успокойтесь, друзья мои. Не расстраивайтесь, если за вами кто-то не идет. Это не потому, что вы бедный или нищий. Вы не себя продаете в данном случае, вы возможность продаете. А уж как человек определит, подходит эта возможность или нет, когда наступит его момент, это уже Богу решать. Поэтому вывод простой и ясный. Работай, рассказывай знакомым, рассказывай тем людям, которые в поле твоего зрения, в твоем окружении, далеко или близко, но твои. И не бросай их, не оставляй их. Помни, что тот, кто отказался сегодня, он не тебя отверг. Он отверг твою возможность, твое предложение, потому что он не готов, он не видит. Он не вредный, он не капризный, он не идиот, он не дебил, он не видит себя, не наступил его час. Большая-большая радостная мысль. Очень приятное сообщение. Если вы будете это осознавать, значит тогда вы можете спокойно, планомерно перебирать своих знакомых, снова, снова, снова отправлять их на свой ресурс, на свой сайт, на свою страничку, куда угодно. Действовать так, как вы действуете, как вы ведете этот бизнес. Давать им первоначальную информацию, чтобы их зацепило. И тогда, рано или поздно, те, кому суждено, окажутся в вашей группе. И среди них будут обязательно умные, талантливые, энергичные, быстро все схватывающие люди, которые сделают вас успешными людьми. Я желаю вам удачи. До свидания.